Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Знаете, я хочу дать полный ответ на тот вопрос, который мне задают в протяжении уже 2-3 дней. Хадижа, как ты могла? Мне только в радость. Альхамдулля, что причиной этому стала я. Причина восхваления Всевышнего, причина восхваления пророка, алейхиссалям. Альхамдулля, я говорю. Вот как вы можете говорить, вот как ты мог... Это получается, вы меня выше ставите из-за того, что я нашиты пою, вы меня выше ставите, а это просто, ну как, откуда вы знаете, может, перед Всевышним они лучше, чем я, например, и вы. Может, они лучше, певицы, блогеры, известные личности, это те люди, которые отвлекаются в первую очередь, если там что-то, не дай Аллах, там, я не знаю, сборы, мероприятия какие-то. Это первые, вот, в ряду первые люди, которые отвлекаются вот на все, вот, там. Я еще раз говорю, альхамдулиллях, хвала Всевышнему, что именно я стала причиной создания этой истории. Почему бы и нет? Ну, вот, буквально вчера или позавчера ночью мне с Чеченской республики известная телеведущая, певица написала, что она также хотела бы исполнить нашид вместе со мной, дуэтный нашид. То, что она там слушает мои нашиды там в Ютубе, на других площадках. И для меня, знаете, это я горжусь не только она, мне еще одна певица с нашей республики тоже написала. Я говорю, вот надо наоборот мотивировать, надо наоборот поддерживать. Пусть поют. Известные личности — это те люди, которые следят там тысячи людей. Это в своем роде тоже, да, вот.